Да, ну Кальяри, нога поехала, но Конти не фалил. Конти очень аккуратно сыграл в отборе. Показал Себастьяно Перуцци, что в желтой карточке сегодня он будет использовать охотно. Это момент! И 1-0! 16-я минута! Прошла передача! И Фариас празднует первый забитый мяч. Отобрали мяч защитники. И пошла передача на Фариаса. Обманывает Матео Перина. Диего Фариас оставляет его за своей спиной. Это никто иной, как Лука Россеттини становится автором голевой передачи.